Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в выпуске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темризов провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Карачаево-Черкесии. В ауле Икунхалк Ногайского района состоялся праздник урожая Сабантой. Карачаево-Черкесия заняла первое место по количеству выигранных грантов на второй смене форума «Машук-2022». Итак, к главным новостям. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темризов провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперштаба Карачаево-Черкесии. Рассмотрены вопросы обеспечения общественной безопасности в преддверии Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, праздничных мероприятий, приуроченных к столетию образования Карачаево-Черкесии, а также единого дня голосования в Российской Федерации. Участники заседания обсудили согласованность действий органов власти и правопорядка. Кроме того, по рекомендации Национального антитеррористического комитета проанализировали состояние работы по повышению уровня готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. Все принятые решения были внесены в протокол. За их исполнение будут отвечать лично руководители органов государственной, муниципальной власти, органы правопорядка и безопасности по Карачаево-Черкесии. В ауле Хабес в 2023 году начнется строительство лицея на 254 места. Бюджетное общеобразовательное учреждение, общеобразовательный лицей-интернат аула Хабес имени Хабсирокова Екатерины Мухаджировны было основано в 1992 году. Не так давно здание было признано аварийным, и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темризов принял решение о строительстве нового здания на 254 места. На сегодняшний день в лицее обучаются 253 школьника с 8 по 11 классы по таким направлениям, как химико-биологический профиль, физико-математический и гуманитарный профили. Карачаево-Черкесия заняла первое место по количеству выигранных грантов на второй смене форума «Машук-2022». Всего в форуме приняли участие более 2000 молодых людей из всех регионов России, а также представители Абхазии, Луганской и Донецкой народных республик и Запорожья. Победителями грантового конкурса от Карачаево-Черкесии стали Дана Дармилова с проектом «Горский ритм. Краткий курс по танцевальному искусству». Девушка выиграла 100 тысяч рублей. Радмир Эркенов с проектом «Школа социального и бизнес-проектирования в сфере туризма. Маршрут» выиграл 294 тысячи рублей. И Исмаил Чотчаев получил 349 тысяч рублей на реализацию проекта «Тур. Здоровое поколение». В столице Карачаево-Черкесии в День знаний в рамках нацпроекта образования откроется первый в регионе центр для одаренных детей. Новый центр для талантливых и одаренных детей будет работать по трем направлениям – наука, искусство и спорт. В центре расположатся лектории, зоны для проектной деятельности, лаборатории, кабинеты математики и иностранных языков, шахматная зона, художественная мастерская и научно-познавательная зона, также тренажерный зал и хореографический зал. На конкурсной основе сюда может попасть любой ребенок. Детей будут готовить для участия в олимпиадах, конкурсах, проектах, раскрывать и развивать их способности и таланты. Школьники из Карачаево-Черкесии примут участие во всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», которая пройдет с 1 по 9 сентября. В роли лекторов выступят известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы делиться знаниями с молодым поколением. Чтобы принять участие в просветительской акции «Поделись своим знанием», необходимо зарегистрироваться на сайте Российского общества знания. В целях обеспечения пожарной безопасности единого дня голосования в республике проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения в период подготовки и проведения выборов. Сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Хабесскому и Абазинскому районам в рамках межведомственных комиссий проводится ряд профилактических мероприятий на избирательных участках.
Кроме того, с руководителями объектов, председателями избирательных участков и членами избирательных комиссий сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и беседы по соблюдению требований пожарной безопасности. В Черкесске в рамках конференции «Туберкулезная инфекция у детей и подростков. Проблемы и пути решения» обсудили новые методы профилактики и лечения туберкулезной палочки у детей. Специалисты нашего региона вместе с главным детским фтизиатром Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентиной Аксеновой отметили, что туберкулез у детей протекает бессимптомно, но при этом ребенок будет очень слабым и часто болеющим. Поэтому главная задача – проводить профилактические мероприятия и обследование детей. Отметим, что за последние 5 лет достигнуты очень большие успехи по борьбе с туберкулезом в нашей стране. Россию исключили из 22 стран с высоким бременем туберкулеза. Теперь по градации Всемирной организации здравоохранения мы не относимся к отстающим странам по уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза. Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени. В это время года мы можем получить макро- и микроэлементы и витамины. Однако при несоблюдении элементарных норм гигиены, а также неправильном мытье ягод, овощей, фруктов и зелени, мы рискуем заразиться кишечными инфекциями и гельминтами. Комментирует информацию пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елена Покровская. В летний период актуальны вопросы качества пищевых продуктов, и на первый план, конечно, становится безопасность пищевых продуктов. Именно поэтому мы всегда говорим о том, что в летний период нужно неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это в первую очередь мытье рук, это мытье фруктов, это правильная работа с детьми, обучение детей основам гигиены. Очень актуально употреблять пищевые продукты гарантированного качества. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии опубликовало итоги летней оздоровительной кампании. Итак, в республике отработали 96 лагерей с дневным пребыванием детей с общим количеством 6185 человек, 7 загородных организаций отдыха детей с общим количеством 3120, 5 палаточных стационарных лагерей с общим количеством 546 человек. Для профилактики йоддефицитных состояний в лагерях использовалась йодированная соль, проводилась С-витаминизация готовых блюд. Купание детей в открытых водоемах в этом году не было организовано в связи с отсутствием оборудованных мест купания детей на горных реках. Во всех летних оздоровительных учреждениях в штате имелись медицинские работники. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляли беспрерывный контроль качества воды и продуктов питания для детей. За истекший период работы аварийных ситуаций и массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений зарегистрировано не было. Прокуратурой города Карачаевска с привлечением специалистов Роспотребнадзора проведена проверка по обращению о том, что на левом берегу реки Аманаус, рядом с мостом через реку напротив гостиницы у Нарзана, осуществляется сброс канализационных сточных вод из канализационного коллектора непосредственно в водный объект. Кроме того, было установлено, что на очистных сооружениях канализационной системы поселка Домбай не проводится должным образом очистка и обеззараживание воды. По результатам надзорного мероприятия в отношении главного инженера открытого акционерного общества «Домбайский водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии. Прокуратурой внесены представления в адрес директора открытого акционерного общества «Домбайский водоканал» и главы администрации поселка Домбай. По итогам прокурорского вмешательства нарушения в виде сброса канализационных сточных вод в водный объект устранены. Прокуратурой Урупского района проведена проверка по обращению местного жителя, являющегося инвалидом, о нарушениях при предоставлении мер
государственной поддержки в жилищно-бытовом секторе. Должностными лицами администрации Урупского муниципального района был нарушен порядок осуществления компенсационных выплат за услуги в сфере ЖКХ. По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес главы муниципального образования, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После прокурорского вмешательства заявителю произведен перерасчет и выплачена компенсация за коммунальные услуги в размере 6600 рублей. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает, что гражданам, добровольно сдающим хранящееся у них либо найденное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, осуществляется выплата за счет средств республиканского бюджета. В зависимости от категории, денежное вознаграждение за единицу оружия варьируется от 1000 до 10 тысяч рублей. Сдаче подлежат автоматы, пистолеты, в том числе газовые, огнестрельное оружие различных видов, самодельное или заводское, различные боеприпасы, гранаты, мины, снаряды, порох, взрывчатые вещества и взрывные устройства и другие предметы. В случае добровольной сдачи предметов вооружения лица освобождаются от уголовной ответственности за незаконные приобретения, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесской Республике при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» в Черкеске задержаны двое граждан Республики Узбекистан 27 и 20 лет. У них обнаружено 195 свертков с героином общей массой более 90 граммов. Наркотики предназначались для сбыта на территории Черкеска бесконтактным путем с помощью тайников-закладок. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. В ауле Икунхалк Ногайского района Карачаево-Черкесии прошел праздник урожая сабантуй. Всеногайский праздник посвящен столетию Карачаево-Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. В рамках празднования состоялось чествование тружеников сельского хозяйства, представителей интеллигенции и спортсменов. В праздничном мероприятии, включающем также народные спортивные игры, концерт мастеров искусств, приняли участие гости как из других районов Карачаево-Черкесии, так и из соседних. На месте мероприятия были разбиты национальные дворы, всех желающих угощали вкусными блюдами ногайской кухни. Песни, танцы, спортивные состязания на силу и ловкость – все это стало частью обширной культурной программы. Достопримечательности Карачаево-Черкесии появились на почтовых открытках, которые выпустила в оборот Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом. В почтовую коллекцию вошли фотокарточки с красотами 20 российских регионов, включая Карачаево-Черкесию, причем для каждого субъекта выпущены 5 вариантов открыток с разными достопримечательностями. Об этом рассказала начальник черкесского почтамта Аминат Шидакова. Более 1000 тиражей. Эти карточки можно приобрести абсолютно во всех отделениях Карачаево-Черкесской Республики. И также за Карачаево-Черкесской Республики можно приобрести в Москве. Преимущество этих карточек заключается в том, что они все выполнены в одинаковом стиле. То есть для людей, которые коллекционируют сувениры с разных регионов, это отличная находка. Реклама. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новое грандиозное шоу «Генерация. Вещанная сказка». Код города 87937. 296-58. Категория 0+.
Это были все новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вы слушали Радио России «Карачаева-Черкесия».